Хотя я уже давно привык лицезреть свой фейс с разных ракурсов, все равно было приятно увидеть это фото и текст под ним, в котором другой блогер рассказывает о твоей работе. Это мое короткое видео о лаверды Алексею Маклакову, в котором я кратко расскажу о его YouTube-канале. Там есть и вот такие видео о морских катастрофах, в которых Алексею, думаю, самому не доводилось принимать участие. Кто еще не видел эти кадры, взгляните обязательно. Но большинство роликов отснятые им лично, и маленькую нарезочку из которых я и предлагаю вашему вниманию. Мог попасть на хороший, на торговый пароход, но я попал на парусник. На Седов, на парусник, и потом я уже попал, как и не хотел, в Портофлот. Что у нас было? Конечно, эта практика осталась в жизни. Я везде буду сейчас пытаться вставлять картинки с той практики. Вот, сегодня не об этом. Об этом я расскажу чуть попозже. Картина с парусником. Вот. Для красоты, скажем так, для оформления. Ну вот так вот это вот визуально, если вот выглядит. Это у нас что такое за золотая награда лучшему повару года компании. Пользуемся часто, очень популярны. Бывает, что выхода в город нет, а надо купить там что-то, допустим, домой немножко подешевле. А 25 декабря у нас что? 25 декабря в Европе католический Крисмас, Рождество. И поэтому, возможно, мы и там еще застрянем. Всегда говорю, все мои видео с рыбалкой, с поисковым магнитом и прочие носят чисто развлекательный характер. О, это же палтус, нет, скумбрия, треска, это трещина, люди добрые, трещина здоровая. Так, ой, блядь, крест, утыканный гвоздями, прямо как из фильма, прямо из фильма ужасов про этого. Фотографы многое отдадут за такие виды. Главное, чтобы никто не вышел и меня не напугал. Вот что самое главное. А то я человек пугливый. Всем привет, дорогие друзья. Думаю, сниму, знаете, какое видео? Воспоминания о лете и о проходящих белых ночах. То есть время сейчас 23 часа. Вот. Я не знаю, кто видел белые ночи, кто не видел. Вот это 23 часа. Итак, YouTube-канал Алексей Маклаков, ссылка в описании, смотрите, комментируйте, подписывайтесь.